Накануне предстоящих выборов президента страны в средней школе номер 10 прошло собрание представителей административных органов и правопорядка с жителями ближайших микрорайонов. На повестке дня были обозначены вопросы о подготовке города перед главным событием. В своем обращении к присутствующим председатель административной комиссии Эльмурза Диветов обозначил о важности наведения чистоты и порядка на улицах Хасавюрта. Ничего не стоит же, вот каждый, кто часто в секторе живет, взять полбеда извести, побелить деревья, там бордюры. Ничего не стоит, кто живет в секциях. Ведь наши дети играют. У меня тоже внуки живут в секциях, играют, они во дворах. Брошенные вот эти бутылки, мусор собрать, мусор пакет. Это же, ничего такого, нету. Позорного ничего нету. Вы видите, как администрация города делает для наших горожан каждым. Между домами детские площадки организуют. И еще будут делать, чтобы наши дети играли. Помогите чуть-чуть. Кроме того, Эльмурза Диветов подчеркнул о важности участия граждан на выборах. От активности избирателей зависит будущее республики и страны. Далее был затронут вопрос о межнациональной и межконфессиональной политике и противодействии идеологии экстремизма и терроризма. Заместитель начальника отдела по межнациональной политике Раджаб Генжаев обратился к сидящим в зале с просьбой почаще контактировать с детьми. В школе разговаривали с вашими детьми, проводили такое небольшое общение с ними на тему экстремизма, терроризма, наркомании. По своей профилактике могу отметить и попросить вас, чтобы вы немножко более ужесточенно ввели контроль над своими детьми, больше уделяли им времени, почаще общались, приближали к себе, как отцы своих сыновей, делали не только своего ребенка с сыном, но и другом, матеря своей дочери, не подругой, не дочкой просто, а подругой. Чтобы ваши дети могли вам высказаться, могли вам поделиться, рассказать свои секреты. Часто бывают случаи, что дети приходят домой какие-то расстроенные, подрались, поругались, а дома не могут поделиться и высказать свои, определенную свою печаль. В завершении собрания инициаторы еще раз обратились к горожанам с просьбой со всей ответственностью подойти к вопросам наведения и поддержания чистоты на улицах города. Бика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».